Здравствуйте, в эфире программа «Республика». О главных новостях Чувашии прямо сейчас. В студии Татьяна Трофимова. Гулять и заниматься спортом на улице можно, но в маске и соблюдая социальную дистанцию. В республике смягчают условия самоизоляции и ужесточают масочный режим. Это одно из решений, принятых по итогам рабочего совещания в Рио главы республики. Ранее ношение маски было рекомендательной мерой, теперь стало обязательной. С 12 мая и до особого распоряжения все жители Чувашии обязаны защищать органы дыхания, находясь в транспорте и общественных местах. Ситуация может измениться очень-очень быстро. И в какую сторону эта ситуация пойдет, изменится, зависит вот только от нас, от каждого из нас, кто где находится, на рабочем месте, прогуливается или иные функции выполняет. Важно просто придерживаться всех тех мер безопасности и быть дисциплинированными самому, следуя рекомендациям врачей и Роспотребнадзора. Тем временем нарушение самоизоляции в майские праздники привело к кратному росту числа заражений коронавирусом. На утро 12 мая, по данным сайта StopCoronavirus.RF, в Чувашии 1282 случая заражения, из которых 62 за последние сутки. Подробнее Рифат Фаткулин. Если в начале майских праздников у более 90% заразившихся коронавирусом пациентов в республике заболевание проходило бессимптомно, то сегодня стало больше людей, имеющих ярко выраженные клинические проявления. Если на входе в праздничный период, в конце апреля, в начале мая текущего года, мы с вами могли строить достаточно оптимистичные прогнозы и говорили про возможность даже открытия или дать разрешение работы торговым центрам, то, как уже я выше обозначил определенные показатели, по окончании этого праздничного периода статистика и ситуация в корне поменялась. Так что с сегодняшнего дня жителям республики разрешается только гулять и заниматься спортом на улице, но с соблюдением дистанции. Олег Николаев подчеркивает, в общественных местах носить маску обязательно при посещении магазинов, при поездках в транспорте, такси и на работе. Дорогие земляки, еще раз напоминаю, что ситуация может измениться очень-очень быстро. И в какую сторону эта ситуация пойдет, изменится, зависит вот только от нас, от каждого из нас, кто где находится, на рабочем месте, прогуливается или иные функции выполняет. Важно просто придерживаться всех тех мер безопасности и быть дисциплинированными самому, следуя рекомендациям врачей и Роспотребнадзора. И самое главное, перетерпеть некоторое время, уважаемые друзья. Ожидаемые статданные и в сфере занятости. Число безработных в Чувашии по сравнению с началом года выросло в 4 раза. Пандемия оставила без работы почти 18 тысяч человек. Для таких граждан предусмотрена государственная поддержка. Так, гражданам, уволенным и признанным безработным, начиная с 1 марта текущего года, пособие по безработице в апреле и июне устанавливается в размере 12 130 рублей. Таким безработным гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, помимо этого пособия дополнительно выплачиваются еще по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. При дальнейшем снятии ограничений будут учитываться три главных показателя. Прирост новых случаев заболевания, наличие мест в больницах, незанятыми должны оставаться как минимум 50% коек и число проведенных тестов. Пока наша республика проходит только по последнему критерию. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Республика. Как сказал временно исполняющий обязанности главы республики Олег Николаев, ни о каком открытии торгово-развлекательных центров речи быть не может. Все медики, работающие с коронавирусом, должны до 15 мая получить специальные апрельские выплаты. Это поручение президента России Владимира Путина. Медики Чувашии уже начали получать надбавку. По состоянию на 11 мая уже произведены выплаты 2411 сотруднику на сумму 12,2 миллионов рублей. Отчетность по данным выплатам за апрель 2020 года будет предоставлена медицинским организациям до 15 мая. В администрации главы Чувашской республики состоялась встреча с финалистами и полуфиналистами Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России». Речь шла о возможном сотрудничестве при подготовке и организации местных конкурсов.
обсудили формат взаимодействия сторон в организации двух республиканских конкурсов – «Управленческая команда» и «Команда молодых лидеров». Напомним, они проводятся в соответствии с указом временно исполняющего обязанности главы Чувашской республики Олега Николаева. Опыт, накопленный участниками федерального проекта, очень важен. Они призваны для того, чтобы привлечь таких же молодых лидеров, будущих лидеров, которые хотят быть управленцами, но еще не имеют достаточного опыта в этом, чтобы их представлять серьезную управленческую команду, но стремятся к этому. В первую очередь, конечно, для молодежи. Планируется, что финалисты и полуфиналисты Всероссийского управленческого конкурса станут наставниками нынешних конкурсантов. Многие готовы поработать экспертами, модераторами и спикерами. Я так услышал, что там больше 50% студентов, верно? Да, соответственно, вот студенческую часть можно, скажем так, забрать, да, под себя, в том плане, что мы будем для них наставниками. Уже поступило более 1500 заявок. Эти люди станут участниками команды молодых лидеров. Регистрация на конкурс «Управленческая команда» пока продолжается до 15 мая. И на данный момент подано 239 заявок. Вячеслав Борисов выразил признательность финалистам и полуфиналистам конкурса «Лидеры России» за неравнодушие и готовность к сотрудничеству. Конкурс должен стать началом совместной работы на благо республики. Александр Соловьев, Андрей Спиридонов, Республика. Это все новости к этому часу. Подробнее обо всем в ближайших выпусках.